Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале CBC. В студии Тели Гусейнзаде. Вначале коротко о главном. Решение, принятое накануне на заседании ФАСЭ в отношении Азербайджана, подрывает доверие ко всем структурам Совета Европы и ставит под сомнение дальнейшее участие европейских посредников в нормализации отношений между Баку и Ереваном, уверены эксперты. Начальник генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Кирим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду в воинских частях страны. Высоко оценил боевую и морально-психологическую готовность военнослужащих и дал поручение по дальнейшему повышению профессионализма. Цены на газ на европейских торговых площадках взлетели более чем на 6% и составили $325 за 1000 кубометров. Эта цифра отражает напряженную ситуацию на рынке газа Евросоюза. И в этих условиях поведение ряда европейских политиков выглядит неуместным. Последняя антиазербайджанская провокация в парламентской ассамблее Совета Европы еще раз выявила исламофобскую сущность этой структуры и ее менталитет крестоносца. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана. Отмечается, что 1 марта 2023 года община направила в эту европейскую структуру письмо с призывом провести мониторинг по вопросу обеспечения прав западных азербайджанцев на возвращение на родные земли. Но ответа так и не последовало. В общине отметили, что поддержка армянскими депутатами антиазербайджанской резолюции ПАСЭ свидетельствует о неискренности Армении в своих заявлениях о мире. Недопустимо, с одной стороны, говорить о мирном договоре, а с другой вновь участвовать в клеветнической кампании против Азербайджана, как это было в летние месяцы 2023 года, подчеркивается в заявлении. Парламентскую ассамблею Совета Европы, старейший в старом свете орган межпарламентского сотрудничества, именуют демократической совестью Европы. Сегодня эта структура растеряла свой авторитет и уже не соответствует своему статусу. Именно поэтому азербайджанская делегация отказалась участвовать в работе этой организации, которая противоречит своим же принципам. Во что превратилась парламентская ассамблея Совета Европы? Некогда авторитетный европейский институт стал популярной платформой для травли некоторых государств-членов. На протяжении двух десятилетий Азербайджан не раз подвергался нападкам со стороны представителей этого прогнившего института. Хотя, помнится, как заявлялось, основная цель ПАСЭ – обеспечивать платформу для диалога между парламентариями разных стран. Основные направления взаимоотношений между Советом Европы и Азербайджаном были определены ровно 23 года назад, 25 января 2001 года. Но взаимодействие с организацией зашло в тупик из-за предвзятого отношения к стране. Азербайджан является одним из незаменимых членов парламентской ассамблеи Совета Европы. В контексте многосторонности этой организации присутствие Азербайджана здесь является одним из факторов, отличающих этот институт от Европейского союза и других международных организаций. ПАСЭ будет неполной в отсутствии Азербайджана. О прекращении своего сотрудничества и присутствия в организации делегация Азербайджана в ПАСЭ объявила накануне. В заявлении отмечалось, что политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЭ. При этом член украинской делегации призвал к сотрудничеству и заявил о том, что сейчас самое главное – установление мира в регионе. Мы видим, как Азербайджан восстанавливает территориальную целостность и заключает мирный договор с Арменией. Этого мы и желаем. Мы хотим видеть мир на Южном Кавказе. Мы хотим видеть мир между двумя народами. И они к этому движутся. Мы видим, как они к этому приближаются. Это будет ужасно, если то, что мы делаем сейчас, отодвинет этот мир хотя бы на один день. В эксклюзивном интервью CBC член украинской делегации заявил, что его позиция не менялась никогда. Алексей Гончаренко всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Украинский депутат подчеркнул также важность присутствия в ПАСЭ делегации как Армении, так и Азербайджана, ведь в будущем это может поспособствовать подписанию мирного соглашения. Что с точки зрения там, Азербайджана, для, главной проблемой на протяжении десятилетий независимости вот сейчас Азербайджана была проблема
то, что было нарушено территориальная целостность. Сегодня она восстановлена, есть та, ну, это очень там, ну, большое, грандиозное событие. Кстати, это я говорил и армянским коллегам. Я им сказал, что с моей точки зрения, в интересах Армении, чтобы Азербайджан был членом Совета Европы и вместе тут работать, и вместе иметь тоже еще одну площадку для диалога. Вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне, а возможно и наивно, надеялся и ожидал, что эта организация поможет восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенных в результате военной агрессии и оккупации со стороны Армении. Институт должен был быть заинтересован в восстановлении справедливости во имя достижения прочного мира в регионе Южного Кавказа. Но не тут-то было. За два десятилетия, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. Это касалось и вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке. Таким образом, Совет Европы утратил значительную часть своей ценности для Азербайджана, поскольку Баку не получил того главного, чего от него ожидал – помощи в справедливом и мирном урегулировании карабахской проблемы. Если Баку примет окончательное решение о выходе из Совета Европы, для республики ничего не изменится, но это решение отразится на авторитете, репутации и политическом весе ПАСЕ. Отсутствие Азербайджана не только лишит организацию плюрализма как базовой философии, но и возможности разрешения конфликта. В предыдущие годы, выступая здесь с речами, мы все подтверждали международно признанную территориальную целостность Азербайджана. Я хотела бы спросить, что изменилось с тех пор? Нам нужно решить, станет ли ПАСЕ континентальной организацией, подобной Европейскому Союзу, или продолжит оставаться платформой, основанной на диалоге, позволяющей сторонам вести переговоры? Будет ли замкнутой структурой, сужающей свое пространство, или вспомнит о своей идентичности глобального игрока? Все решения и заявления, которые принимаются на европейских площадках против Азербайджана, не имеют ничего общего с правами человека, свободой слова, демократией и другими понятиями, которые умело жонглируют заморские клоуны. По факту это некая форма пресловутой мести Азербайджану за его непослушание. Европу не устраивает сильный, независимый и процветающий Азербайджан, самостоятельно восстановивший свой суверенитет и территориальную целостность страны. Но никакие провокации не помешают Азербайджану продолжать двигаться вперед, работая над установлением прочного мира в регионе, восстанавливать освобожденные земли и налаживать устойчивые связи со своими соседями и другими странами. Ну, о причинах запуска антиазербайджанского механизма в ПАСЕ мы поговорим с Эльчином Алаоглу, главным редактором портала «Миллиас». Эльчин Алим, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую. Ну, как мы уже поняли, все, что происходит в Азербайджане, это вот почему-то очень сильно раздражает Запад. Как вы считаете, что же вот так волнует депутатов ПАСЕ, принявших откровенные вот такие предвзятые решения по отношению к нашей стране? Я бы хотел начать с времени восточной мудрости. Все, что происходит, все к лучшему. ПАСЕ, как институт межпарламентского общения и организация межпарламентской коммуникации и диалога, а также для создания общеевропейского дома, о котором грезят вот уже более 60 лет, оно было политическим детищем идей Конрада Аденауэра и Шарля де Голля. Потом эстафету перенял Валерий Жескар д'Эстен. Ну, увы, времена политических гигантов ушло, пришло время политических карликов. И ПАСЕ превратил свои инструменты не противодействия сил, направленных на право человека, на свободу волеизъявления, на суверенитет, территориальную целостность, нерушимо сохранить. Вовсе нет. ПАСЕ сама себя превратила в парию. Сама себя превратили в геополитическую пустышку, которая ныне находится на развалинах геополитической конструкции, когда-то бывших единой Европой. В принципе, ничего удивительного не произошло. Точнее, я даже предугадывал это все, потому что суть не в том, что в ПАСЕ превалируют исламофобские, тюркофобские или расистские мышления. Нет, ПАСЕ является зеркалом общеевропейской политической ситуации. Той Европы, где ныне правит балрасизм, антисемитизм, мигрантофобия, откровенные и ярые политические баталии насчет того, что кто более правее находится, кто экстремично правее или кто же левацкие настроения распространяет в обществе.
Для меня также представлял интерес голосование армянских депутатов, делегация Армении, точнее трех пропашиняновских депутатов, которые проголосовали, естественно, против Азербайджана. И естественно, что Армения во всех плоскостях, во всех международных структурах пытался и пытается, и, скорее всего, будет пытаться навредить Азербайджану. Но армянские депутаты, трое этих элементов, проголосовав за резолюцию, направленную против Азербайджана, они тем самым создали очередные препоны в двусторонних обсуждениях и договоренностях между Азербайджаном и Армении, то есть между Баку и Ереваном. Тем самым еще раз доказав, что все заявления Никола Пашиняна, а также его Камарили, не стоят даже ломаного гроша. Что касается самого заявления, ничем серьезным это для Азербайджана не грозит. То есть ничего такого содержательного, негативного в этом заявлении. Это не заявление, нонсенс, политический, можно сказать, памфлет на саму себя, на запасы. Потому что, говоря о нарушении прав человека в Азербайджане, посыл лучше бы обратилась именно взглядом вовнутрь, что происходит в Европе, где нарушаются права, причем элементарные права миллионов граждан из членов стран-членов Европейского Союза. Говоря о том, что якобы мы притворяли в жизнь этноцид против карабахских армян, после стоили бы задуматься о имплементации международного права, где преамбулой стоит право человека на жизнь. Если бы отнять у человека право на жизнь, то все остальные права, включая право смотреть рыжий телевизор, они остаются в тени. Но дело в том, что в течение 30 лет Армения ежедневно нарушала все права сотен тысяч азербайджанцев, особенно право на жизнь и право на безопасное проживание. Посыл требует от нас, чтобы мы пригласили их на неочередные президентские выборы, якобы они будут проводить мониторинги, проводить какие-то исследования, экзит-полы. Но как мы можем пригласить представителей организации, где заранее, до окончания выборов, они вынесли свой вердикт и однозначно сказали, что да, эти выборы не состоялись. То есть тем самым мы должны признать, что мы ничего не знаем и не хотим знать о процедуре выявления граждан, о процедуре свободных и толерантных выборов, о транспарентности права голосования и тому подобных юридических вещей, которые сама Европа пытается распространить по советскому пространству. Далее, ПАСЕ требует от нас, чтобы мы открыли границу с Арменией. То есть граница стала проходным двором, тем двором, где армяне в любой момент могут передвигаться без всякого контроля, без всякой надежды на то, что когда-нибудь они могут подвергнуть досмотру пограничному, таможенному, не суть важна. Но ПАСЕ не может требовать и не хочет вспоминать, что в течение 30 лет оно никоим образом не принуждало страну-агрессор Армении к реализации тех обязательств, которые взяла на себя Армения в 2001 году, вступая в Совет Европы. Будут ли санкции против Азербайджана? Не думаю. Скорее всего, нет. Точнее, нет. Не будет никаких санкций. Потому что Европа нуждается в Азербайджане так же, как Азербайджан нуждается в Совете Европы, а также в Европейском Союзе. ПАСЕ, скорее всего, в течение года встанет в позу оскорбленного невинности и будет утверждать о том, что якобы Азербайджан нарушает все мыслимые и немыслимые права, обязанности, свободы граждан. Но, уверяю вас, этого ничего нет и не предвидится. Через год, скорее всего, будет опять коммуникация между официальным Баку и ПАСЕ, и ПАСЕ, скорее всего, отыграет назад, потому что ПАСЕ невыгодно выдавливание Азербайджана из общеевропейской плоскости. Потому что Азербайджан не заинтересован в таких союзах и не заинтересован в таком диалоге. Точнее, в том, чтобы нас прессинговали, на нас оказывали давление, а мы смирились с этим и приняли правила игры. Такую игру мы не будем играть. Скорее всего, тон задавать будем мы, а не ПАСЕ. Что касается перспектив сложившихся обстоятельств, то да, естественно, что Азербайджан будет продолжать сотрудничество, даже активизирует и интенсифицирует
сотрудничестве с Европейским Союзом. Будет диверсификация направлений сотрудничества. Будет также рассмотрен другие, иные направления сотрудничества и коммуникации. Но посыл в нынешнем виде для нас утратила свою притягательность. Мы вступили в эту организацию с единственной целью, чтобы донести правду армянской оккупации, чтобы добиться того, чтобы Европа, которая так громогласно кричала и кричит о общечеловеческих ценностях, о ценностях человеческой жизни, наконец-таки сумела додавить на Армению. Но Европа этого не сделала и, скорее всего, не собиралась делать, потому что Европа была заинтересована не в свободе волеизъявления, не в правах человека, а природных ресурсов Южного Кавказа и о прибрании к рукам элементов давления геополитической плоскости. Мы поняли эту игру, так что еще раз повторяю, ценность ПАСЕ как политическая, геополитическая или конструированная организация, или как механизм содействия сотрудничества для нас потерял всякий интерес. В мире очень много организаций, гораздо эффективнее, чем ПАСЕ, гораздо конкретнее и гораздо детализированно относящих к своим обязанностям структур, где Азербайджан себя неплохо чувствует. Например, та же самая Япония, Сингапур, Малайзия, Южная Африка и Израиль являются странами-членами ПАСЕ, и как ни странно, нормально живут. Но если ПАСЕ так заинтересована в проведении свободных выборов, то почему ни разу за всю свою историю она не приняла соответствующую резолюцию про Армению? Почему ни разу армянская делегация не была подвергнута нормальной, логической и законной обструкции, не было лишено права голосования и других методов давления, которые ныне применяются к Азербайджану? И последнее. Это было бы смешно, если бы не грустно, что автором якобы заявления, направленного против Азербайджана, является Франк Шваби, социал-демократ, который яростно, обличительно выступал по поводу любого депутата из ПАСЕ, который присутствовал в Азербайджане во время выборов. Независимо, какое заключение они давали, Шваби обвиняли их в коррупции, в том, что они мздоимцы и воры. То есть налицо совершенно абсурдная, параноидальная и маразматическая ситуация. Так что я не думаю, что ПАСЕ сейчас, в нынешнее время, это дня отыграет назад, но через год я абсолютно уверен, что коммуникации между ПАСЕ и Азербайджаном будут восстановлены. Но Азербайджан будет диктовать свои условия, потому что те условия, которые ныне царят в ПАСЕ, они нас абсолютно не интересуют, и они для нас неприемлемы. Эльчин Мэрим, ну вот Азербайджан не единственная страна, которая вот столкнулась с такой предвзятостью, двойными стандартами со стороны Европейского Совета. В ПАСЕ нередко проходили и скандалы, связанные с дискриминацией, проявлением двойных стандартов. Вот какой все-таки политической силой и репутацией обладает вот эта организация, учитывая вот все именно эти факты? ПАСЕ пыталась мимикрировать под Европарламент, всячески конкурировать с Европарламентом, а также стать единственной площадкой межпарламентского диалога, коммуникации и принятия общеевропейских решений, обязательно к исполнению всеми странами-членами этой организации. Но ПАСЕ, в принципе, является аморфной, беззубой, шамкающей организацией старуха, которая ни на что не годна. Например, ни одно решение ПАСЕ о решении конфликтов на территории Европы до сих пор не выполнено. Ни одно решение Европейского суда по правам человека не выполнено многими государствами, членами Евросоюза. Ни один наблюдатель от ПАСЕ до сих пор никогда ближе, чем на 50 метров, не сумел приблизиться к избирательным участкам Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты, Пакс Америка, вторая колыбель демократии в западном мире, не позволяет ПАСЕ раскурочивать идеи и механизмы избирательного процесса, то что же делать нам, если в глазах ПАСЕ мы являемся жупелем и исчадием ада? Если вещи назвать своими именами, нашей главной виной является то, что мы тюрки и мы исламская страна. Мы мусульмане. Вот наша главная вина. Европа не хочет в этом признаваться, но пришло время назвать вещи своими именами и расставить все точки над «и».
Европа хочет применить какие-то санкции против тех государств, которые не хотят слушаться его, в кавычках, мудрых советов. Рассмотрим Южный Кавказ. Грузия почти что управляется внутри грузинской оппозиции, во многом управляется из Европы, а также из многочисленных якобы независимых фондов, а также из-за океана. Армения находится под полнейшим и тотальным контролем европейских институтов. Остается единственная страна, которая проводит не комплементарную политику, а действительно независимую внешнюю политику, рассчитанную на удовлетворение интересов граждан и государства. Это Азербайджан. Естественно, что в Южном Кавказе, транскавказском геополитическом перешейке, Азербайджан является неудобным государством для ПАСЭ. Но само по себе ПАСЭ не является серьезной организацией. Это анахрон европейской политики. Это эвфемизм, которым давно пора обновить или же подвергнуть каким-то структурным преобразованиям. Об этом говорил бывший агент КГБ и бывший руководитель ПАСЭ Тёрдар Ягланд. Об этом говорит также одержимый и, скорее всего, возомнившийся экзорцистом Жозеп Боррель, еврокомиссар по вопросам внешней политики и политики безопасности. Об этом говорил также Шарль Мишель, президент Европейского совета. Но говорить одно, делать другое, а стремиться – это, как говорят, одесситы третье. Мы стремимся к нормальному сотрудничеству с ПАСЭ, не только с ПАСЭ, но и со всеми паневропейскими организациями. Но мы никогда не приемлем политику давления, механизм выкручивания рук, механизм выдуманных совершенно обвинений, механизм совершенно безосновательных, безапелляционных, маразматических, парадоксальных обвинений в адрес Азербайджана. Права человека, выборы – это все можно обсудить, но это все нельзя взваливать на Азербайджан и обвинять нас в том, что якобы мы являемся каким-то аватаром Северной Кореи. Это очень смешно и грустно. Даже об этом писал незаконно Бертольд Брехт своим мамаше Кураж. Так что я советую европарламентским депутатам еще раз прочесть Брехта. Может быть, они что-то вспомнят и что-то поймут. Да, действительно, ПАСЭ порождает проблемы и не решает их. Спасибо вам за ваш комментарий. Эльчин Алауглу, главный редактор портала «Милли Аск», к нам подключался. Отношение ПАСЭ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета страны в сентябре прошлого года. Приняв решение, направленное против официального Баку, эта структура в очередной раз продемонстрировала неспособность беспристрастного отношения к странам. Баку считает, что предвзятые решения европейских структур негативно скажутся на дальнейшей роли Брюсселя в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Противоречивые высказывания верховного представителя Европейского Союза Жозепа Борреля, очередная резолюция Сената Франции, противоречащая принципам территориальной целостности, и следом предвзятое решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Все эти действия в Баку расценивают как продолжение кампании против Азербайджана. ПАСЭ призывают прекратить необоснованные предвзятые шаги против Азербайджана, подрывающие перспективы мирных усилий между Баку и Ереваном. ЕС стремится сыграть решающую роль в качестве посредника при урегулировании армяно-азербайджанских отношений и подписании между сторонами всеобъемлющего мирного договора. Однако в нынешних реалиях эксперты ставят под сомнение эффективность организации в переговорном процессе. Многие из парламентариев находятся под влиянием армянского лобби, которое пускает на свои цели огромные суммы. Некоторые европарламентарии ради грязных денег готовы пойти против справедливости, готовы наплевать на все нормы международного права. Это все одна очернительная кампания против Азербайджана. Антиазербайджанские решения ПАСЭ вредят самой организации. Основополагающий принцип работы ПАСЭ – это плюрализм мнений. Но мы видим, что в организации никто не соблюдает это правило. Они не хотят выслушивать чью-либо позицию. Для них главное давать указки и сотрудничать лишь с теми странами, которые их неукоснительно выполняют. Но Азербайджан независимая страна, а западные круги не хотят мириться с этой реальностью.
Риторика, направленная против Азербайджана, представляет собой пример двойных стандартов. Все это еще больше обостряет отношения между Азербайджаном и европейскими структурами. Совет Европы, в том числе ПАСЕ и другие западные организации, обеспокоены успехами Азербайджана. Сегодня страна стала площадкой для проведения важных мероприятий, в ходе которых Баку информирует международную общественность о своей позиции по многим вопросам. Западу это не нравится. Для них главное как можно больше дискредитировать Азербайджан. Страна сегодня успешно председательствует в движении неприсоединения, взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества, реализует проекты в рамках Организации тюркских государств. Азербайджан – важный игрок, а это не соответствует интересам Совета Европы, ПАСЕ и ряда европейских политиков. Начальник генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду. В воинских частях проводится строевой смотр, а в подразделениях и тренировочных городках совершенствуется материально-техническая и учебная база. В ходе занятий основное внимание уделяется повышению знаний и навыков курсантов, обучению правилам эксплуатации боевых средств, имеющихся в арсенале азербайджанской армии. Генерал-полковник высоко оценил боевую и морально-психологическую готовность военнослужащих, пожелал успехов в новом учебном периоде и дал поручение по дальнейшему повышению профессионализма. Самолет Ил-76 предположительно был сбит зенитно-ракетным комплексом «Патриот», который ранее был передан в ВСУ. Об этом сообщает «Франс-Инфо» со ссылкой на свои источники. По заявлению главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, несмотря на инцидент, работа по возвращению российских военных из Украины будет продолжена. Украина, в свою очередь, заявляет о недостаточном количестве информации по поводу произошедшего. В координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что данные действия направлены на дестабилизацию украинского общества. Накануне стало известно об обнаружении черных ящиков воздушного судна. По предварительным данным, состояние обоих бортовых самописцев позволяет их расшифровать. Они будут доставлены спецрейсом в социальную лабораторию Минобороны России, где и будет проходить их расшифровка. 24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли. В России заявили, что 65 пассажиров, находившихся на борту, были украинскими военнопленными. Президенты Турции и Ирана Раджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси провели переговоры в Анкаре. В рамках этой встречи главы двух дружественных мусульманских стран обсудили и обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних, региональных и международных отношений. По всей видимости, стороны намерены и дальше расширять взаимодействие, причем во всех сферах, подчеркивают эксперты. В рамках встречи Реджепа Таипа Эрдогана и Ибрагим Раиси было подписано 10 соглашений, охватывающих такие вопросы, как энергетика, зона свободной торговли, средства массовой информации, культура, железнодорожный транспорт и взаимное признание водительских прав. Как утверждают эксперты, это свидетельствует о том, что Турция и Иран проявляют волю к развитию двусторонних экономических и торговых отношений. Еще раз осудив террористический акт, произошедший в Германии 3 января, Эрдоган заявил, что Турция находится рядом с Ираном в борьбе с терроризмом. Президент Турции также указал на важность дальнейшего укрепления сотрудничества против террористических группировок, которые пытаются подорвать безопасность в регионе. В свою очередь, Раиси подтвердил, что ирано-турецкое сотрудничество в борьбе с терроризмом имеет большое значение. Хочу отметить особо важную мысль президента Ирана Ибрагима Раиси. На этой встрече он впервые сказал, что безопасность Турции – это и наша безопасность. Мы воспринимаем безопасность Турции как нашу собственную. Это было открытое и искреннее признание Ирана впервые за долгое время. И это показывает, что наступил период борьбы с терроризмом, и наши страны будут тесно сотрудничать в этом вопросе. Кроме того, были приняты решения о поддержке Палестины, Палестино-Израильской войне, и наши государства решили действовать сообща в вопросах исламского мира. Как отмечают эксперты, встреча глав государств способствует укреплению отношений между странами.
странами. Главы государств обменялись мнениями по многим вопросам, включая израильско-палестинский конфликт, текущую ситуацию в Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе, а также достижение цели по доведению торговли между Турцией и Ираном до 30 миллиардов долларов США. Как сказал Эрдоган, из Турции в сектор Газа было отправлено более 30 тысяч тонн гуманитарной помощи. Я бы еще ожидала от этой встречи дальнейшее укрепление ирано-турецких отношений и усиление взаимодействия Анкары и Тегерана в ближневосточном регионе. Стороны еще несколько лет назад они пришли к консенсусу по ситуации в Сирии, а также серьезно сблизились и по вопросу израильско-палестинского конфликта. Но что касается Сирии, естественно, Турция была на другой совсем стороне. И сейчас позиция Эрдогана по отношению к президенту Башара Асада и по отношению к Сирии меняется. Расширение отношений с соседями в форме сбалансированной внешней политики, динамичной дипломатии и разумного взаимодействия является одним из важных приоритетов политики Исламской Республики Иран, а Турция занимает привилегированное и особое положение благодаря своему особому положению как соседа, утверждают эксперты. Турция и Иран, они сталкиваются с аналогичными угрозами. И поэтому у этих стран, можно сказать, есть общая судьба, и из-за этого они должны вместе содействовать и сотрудничать. И стабилизация в регионе выгодна обеим странам, но Запад старается мешать эту стабилизацию в нашем регионе, и западные страны стараются уничтожить и разрушит государственность и Ирана, и Турции. По мнению экспертов, Иран и Турция являются двумя важными игроками в регионе из-за своего геополитического положения, а также в качестве моста и соединительного пункта между континентами Азии, Европы и Африки, доступа к открытым водам в транзитной цепочке Запад-Восток и Север-Юг. И этот важный фактор способствует сотрудничеству и синергии между Тегераном и Анкарой. Отношения между Тегераном и Анкарой имеют давнюю историю, множество культурных, исторических и религиозных общностей. В этой связи эксперты особо отметили, что лидеры Ирана и Турции обсудили и обменялись мнениями по представляющим обоюдный интерес вопросам двусторонних, региональных и международных отношений, как две по-настоящему дружественные мусульманские страны. Пяридин Юмалиева, CBC. Администрация американского президента Джо Байдена не возражает против продажи Турции истребителей F-16 и комплексов модернизации на общую сумму 20 миллиардов долларов. Вместе с тем, по словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Пателя, ключевая роль в этом вопросе отведена Конгрессу США. Администрация президента США Джо Байдена направила письмо в Конгресс страны с призывом незамедлительно одобрить продажу истребителей F-16 Турции. Сообщается, что Байден намерен начать процесс продажи истребителей, как только Турция завершит ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО. Стоимость сделки составляет 20 миллиардов долларов. Президент Байден и госсекретарь Блинкен очень четко заявили о нашей поддержке модернизации турецкого парка F-16, которую мы рассматриваем как ключевую инвестицию в оперативную совместимость НАТО. Но я бы не стал забегать вперед. Предлагаемые оборонные продажи не состоятся до тех пор, пока не будет соответствующей резолюции Конгресса. Одним из условий для снятия вето по членству Швеции в НАТО были поставки Анкаре американских истребителей. Еще в октябре 2021 года Турция подала запрос на закупку истребителей F-16 и около 80 комплектов для будущих военных самолетов. Однако депутаты Конгресса предупреждали, что не будут голосовать по вопросу о продаже Турции боевых самолетов до того, как Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО. А американские законодатели еще тогда заблокировали продажу истребителей, объяснив свое решение якобы имеющим место нарушениями прав человека Турции. Представитель Госдепа Ведант Патель на брифинге 24 января отказался приводить детали возможных поставок F-16 Турции. В целом, Штаты придают большое значение партнерству с союзниками по НАТО. Между нами и Турцией существуют долгосрочные и глубокие двусторонние связи в области обороны.
Ранее 23 января парламент Турции большинством голосов одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО. Затем документ отправили на подпись президенту Турции. Еще в декабре 2023 года Джо Байден в разговоре с Реджебом Таипом Эрдоганом пообещал надавить на Конгресс и убедить законодателей одобрить продажу F-16. Бриллиант Исламова, CBC. Немецкие железнодорожники проводят рекордно продолжительную забастовку. Как сообщают местные СМИ, она продлится 6 дней. С 23 января работу прекратили машинисты грузовых поездов, а через день к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами. Продлится забастовка до 29 января. Члены профсоюза выступают с требованием повысить заработную плату машинистам поездов и сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты. Deutsche Bahn выполнить эти требования отказывается, и пока руководство компании пообещало повышение зарплаты на 5% и уменьшение рабочего дня на 1 час уже с 26 года. Но бастующих это не устроило. Члены профсоюза требуют также повышения заработной платы на 555 евро в месяц и предоставления годового пособия по инфляции. В результате железнодорожный оператор сообщил о массовых перебоях в междугородных и региональных перевозках по всей Германии. Так, на железнодорожных вокзалах Берлина многим пассажирам приходится искать альтернативные планы в расписании экстренных поездов. Из-за забастовки я вынужден сесть на альтернативный поезд. Конечно, это влияет на нас, потому что мы вынуждены ездить на других поездах или выбирать другие виды транспорта. И у нас уходит больше времени на дорогу. В принципе, я думаю, что забастовки – это хорошо. И я надеюсь, что условия для железнодорожников могут быть улучшены. Но это действительно доставляет беспокойство населению. Потребление газа в этом году может возрасти до 500 миллиардов кубометров, поэтому сохраняются высокие риски дальнейшего роста цен. Но о том, как азербайджанский газ поможет справиться Европе с ростом цен на голубое топливо, расскажет Анастасия Панарина. Анастасия, добрый вечер. Ну, потребление газа в этом году может возрасти до 500 миллиардов кубометров и... как мы уже отметили, сохраняются высокие риски дальнейшего роста. Что ты можешь сказать об этом? Ситуация на рынке газа Европы, она остается напряженной и, по всей видимости, будет оставаться такой же и в будущем. Вот, хотя к началу отопительного сезона европейские подземные газохранилища были заполнены более чем на 99%, однако сейчас этот показатель опустился до 75%. Но об этом и о многом другом прямо сейчас в рубрике «Финтаймс Акербарен». Вчера по итогам аукционов цена 1000 кубометров газа в Европе превысила $325, и ситуация на этом рынке становится все более напряженной. Одним из лучших вариантов решения проблем является поставка природного газа из Азербайджана. Котировки февральского фьючерса на газ в ликвидном виртуальном центре продаж в Европе 24 января составило $325 США за 1000 кубометров. Это на 6,3% больше расчетов предыдущего дня. Такое быстрое подорожание эксперты связывают с рядом факторов, среди которых не последнее место занимает обострение в регионе Ближнего Востока и сильные холода. Так что ситуация на рынке газа Европы стала напряженной и, по всей видимости, будет оставаться такой же в будущем. Хотя к началу отопительного сезона европейские подземные газохранилища были заполнены более чем на 99%, сейчас этот показатель опустился до 75%. Как отмечают аналитики, потребление газа в этом году может возрасти до 500 миллиардов кубометров, поэтому сохраняются высокие риски дальнейшего роста цен. Справиться Европе с ростом цен на голубое топливо поможет азербайджанский газ. Доставка газа из Азербайджана в какой-то мере поможет, скорее всего, сбить цену на газ. Дело в том, что в среднем цена на газ в Европе была в районе 460 евро за 1000 кубометров. Значит, в этом году планируется где-то 500-600, а при ухудшении погоды до 900 евро за 1000 кубометров. Это, конечно, неподъемная цена
для Европы, и поэтому любые поставки из любой страны, они как бы дают возможность выйти из тяжелой экономической ситуации. В подобной ситуации роль Азербайджана как экспортера газа и страны, помогающей Европе поддерживать свою энергобезопасность, продолжает возрастать. Изначально азербайджанский газ был хорошим альтернативным вариантом для Европы, а сейчас его значение усиливается. Дело в том, что поставки сжиженного газа в США слишком дорого обходятся европейским потребителям, а страны Передней Азии приостанавливают экспорт своих энергоносителей. Так задерживаются партии СПГ из Катара, поскольку конфликт в Красном море увеличивает сроки его доставки в Европу. Смягчить угрозу дефицита может Южный газовый коридор. В прошлом году Азербайджан поставил на европейский рынок более 11 миллиардов кубометров. И это ясно демонстрирует, что Европа зависима от Азербайджана. Однако об этом, видимо, забыли в парламентской ассамблее Совета Европы, где ведется предвзятая политика в отношении Азербайджана. Недавние действия парламента Европы далеки от реальных условий. Подобное поведение связано с давлением некоторых государств. Вспомним, что в недавнем прошлом, когда возникла неблагоприятная ситуация с экспортом российского газа в Европу, сразу после этого господину президенту начали поступать обращения примерно из 10 стран Европы по поводу поставок азербайджанского газа в их направлении. И на сегодняшний день Азербайджан играет роль важного экспортера, обеспечивающего газом 8 европейских стран. Несмотря на небольшой в процентном отношении от общего объема показателей поставляемого газа в Европу, Азербайджан обеспечивает топливом территории, которые наиболее сильно зависимы от экспорта газа и имеют серьезные проблемы в энергетическом обеспечении. Азербайджан всегда сохранял дружеские и партнерские отношения с европейскими странами. Как отмечают эксперты, подобные действия ПАСЕ не могут продолжаться вечно, так как сотрудничество с Азербайджаном является приоритетом в первую очередь для самого Европейского Союза. Несмотря на положительный ответ Азербайджана на обращение европейских стран-потребителей, звучат такие заявления парламентской ассамблеи, что и, конечно, является очень неправильным. В любом случае, Баку никоим образом не заслуживает такого отношения к себе. Азербайджан защищает свою справедливую позицию и, конечно, будет защищать. Думаю, что подобное поведение европейских политиков не может быть продолжительным, потому что страны, зависимые от азербайджанского газа, ожидаемо будут оказывать давление на подобные действия Европарламента. Анализируя текущую ситуацию на энергетическом рынке, становится ясно. Роль Азербайджана, в частности значение Южного газового коридора, который является одним из крупнейших энергетических маршрутов 21 века в обеспечении Европы газом, неоспорима. Визит узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Китай эксперты оценивают как знаковое событие. Между двумя государствами в общей сложности достигнуты договоренности о реализации около 500 проектов стоимостью в 57 миллиардов долларов. Взаимоотношения стран демонстрируют значимый подъем за последние несколько лет. Китай открыто показывает свое намерение еще больше вкладываться в развитие промышленных предприятий в Узбекистане. Речь идет не только о сырье, но и о зеленой энергетике, о химической промышленности. Подход Китая к созданию совместных предприятий в Узбекистане, в частности, возможность привлечения больших и относительно дешевых кредитных линий для инфраструктурного развития внутри Узбекистана является ключевым фактором для также развития постепенного, последовательного, но и ускоренного развития узбекской экономики. Узбекистан пытается всеми способами максимально нарастить темпы промышленного производства, да, но и в том числе промышленной инфраструктуры, такой, как мы упомянули, зеленая энергетика. При этом развитие китайских предприятий на территории других стран не является экспансии. Присутствие совместных предприятий главным образом направлено на внутренний рынок и обусловлено созданными в Узбекистане благоприятными бизнес-условиями для китайских инвестиций, добавил эксперт. В качестве примера приводится автомобильная промышленность, продукция которой нацелена лишь на рынок Центральной Азии, в основном на узбекский. Вероятность выхода за пределы указанного рынка аналитики не прогнозируют.
Министерство экономики предоставило обществу с ограниченной ответственностью ZF Group статус резидента промышленного парка «Экономическая зона Аральской долины» в Джабраильском районе. Об этом в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров. Таким образом, число резидентов этого индустриального кластера достигло 7. Компания создаст предприятие инвестиционной стоимостью в 1 миллион манатов, где будут выпускаться различные виды клеевых лент, и обеспечит постоянными рабочими местами свыше 30 человек. Указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Арас» в Джабраильском районе был подписан президентом Азербайджана Ильхам Алиевым в 2021 году. Площадь парка составляет 200 гектаров. Здесь создается вся необходимая инфраструктура и структуры управления для предпринимательской деятельности, организация логистики, производство конкурентоспособной продукции в промышленности за счет применения современных технологий. В этом году ожидается возвращение коренных жителей в освобожденный от оккупации азербайджанский город Джабраил. На данный момент в центре города ведется строительство 33 жилых домов. Об этом сообщила служба реставрации, строительства и управления номер 1 Восточно-Зангезурского экономического района. По имеющейся информации, в строящемся в Джабраиле жилом комплексе в общей сложности будут сданы 712 квартир в 4 пятиэтажных домах. После завершения строительных работ, которые запланированы на текущий год, сюда смогут переехать 2158 бывших вынужденных переселенцев. Возведение жилого комплекса ведется Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана. В целом, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана активно продолжается восстановление инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни граждан. В частности, возобновляется работа почтового сервиса. Так, подводя итоги прошлого года, в Азерпочте сообщили, что продолжаются работы по созданию филиала в Ханкенди. Определяются административные здания для организации почтовых услуг в городах Шуша, Лачин, Ходжавент и Аскеран, сообщил глава Азерпочты Исим Мустафаев. Начиная с 2020 года в деоккупированных районах запущены почтовые службы в Гадруте, Джоджук-Мерджанлы, в селе Агалы Зангеланского района. В целом же за прошедший год Азерпочт получила операционную прибыль в размере 11,5 миллиона манатов. Чистая прибыль составила 4 миллиона 600 тысяч манатов. За год доходы и расходы увеличились примерно на 10%. Государственная программа развития социальных услуг в Азербайджане, рассчитанная на 2023-2026 годы, определяет переход системы соцуслуг на новый уровень. Об этом сообщил председатель правления агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции по итогам прошлого года. До конца 2026 года в рамках новой госпрограммы должна быть сформирована равноправная для всех система социальных услуг. В данную сферу будет обеспечено привлечение квалифицированных специалистов, а уровень качества соцуслуг, их адресность и доступность для населения будут повышены. Глава агентства подчеркнул, что также предстоит улучшить имеющиеся и внедрить новые электронные услуги в сфере социального обслуживания, адаптировать его инфраструктуру и современной мировой практике. Будет продолжено сотрудничество с организациями гражданского общества и расширение государственного и частного партнерства в социальной сфере. Ожидается, что реализация мер, предусмотренных государственной программой развития социальных услуг в Азербайджане, позволит к концу 2026 года усовершенствовать нормативно-правовую базу системы социального обслуживания, а также увеличить количество и качество услуг, предоставляемых населению из уязвимых категорий. Кроме того, регулярные профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия позволят сократить число лиц, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании. В соответствии с планом работ по расширению инфраструктуры социального обслуживания на последующем этапе будут открыты новые центры социальных услуг в Сабунчинском, Сураханском и Городахском районах Баку.
Кроме того, в Ахдаме, Гаджикабуле и Гёйчае будут созданы новые центры для несовершеннолетних с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, после Отечественной войны программа обеспечения жильем семей героев и инвалидов войны расширилась в 5 раз, сообщил Бугар Бейбутов. Только в прошлом году инвалидам войны было предоставлено 150 автомобилей, а всего за прошедший период более 7600. Кроме того, 2510 человек, в том числе члены семьи героев войны и граждане из уязвимых групп населения, получили путевки в санаторно-курортные и лечебные центры. В 2023 году семьям погибших героев и инвалидам войны были предоставлены 1500 квартир и частных домов, послевоенный период – 6000, а всего за прошедшее время – 14800. Продолжается работа в направлении обеспечения жильем других граждан из уязвимых групп населения. В целом, агентство социальных услуг в 2023 году оказало мобильные, стационарные и полустационарные услуги более 31 тысячи граждан. За прошедший год по заявлениям, поступившим в агентство, принято свыше 60 тысяч граждан. Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и информационно-коммуникационной технологий. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр цифрового развития и транспорта Рашат Набиев. По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с послом Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабе. Министр отметил, что состоялся обмен мнениями о климатической конференции ООН КОП-29, которая состоится в нынешнем году в столице Азербайджана Баку. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем продолжать следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. Телли. Спасибо большое, Анастасия. Наш вечерний выпуск подошел к концу. До встречи в следующем выпуске. Всего доброго.